Всем здравствуйте! У нас на канале открывается необычный плейлист, в котором мы будем делать обзоры некоторых интересных каналов. Это могут быть каналы семейные, это могут быть какие-то каналы кулинарии, например, взаимоотношения между людьми. То есть это совершенно разная тематика, совершенно разные каналы. Это каналы наших друзей и не только. То есть это совершенно разных людей, с каналами которых мы познакомились в свое время, которые нам чем-то нравятся. Эти каналы, они могут быть с чем-то созвучны с нашими, а могут быть совершенно противоположными нашим. То есть каналы путешествий, каналы, не знаю, там, ну, то, чем мы не обязательно живем, но что-то нас в них зацепило, что-то нам в них понравилось. То есть это не значит, что каналы, они относятся как-то к вегетарианству, к христианству, там еще. Это совершенно разная тематика, поэтому как-то просто хочется время от времени говорить о каких-то интересных каналах, как-то доносить их вам. И вот думали, как это лучше сделать. И я буду делать отдельные видеоролики по каждому интересному каналу, буквально там в течение 5 минут, 3 минут, смотря сколько займет обзор канала. Надеюсь, что эти каналы будут вам тоже полезными, интересными. Наслаждайтесь вместе с нами. И это видео мы начнем с интересного канала наших друзей. Это семья Поддубных, Юстина и Виталик. У них очень интересный канал. Это семейная пара. Они тоже такие люди интересные, очень сильно любят путешествовать куда-то. У мужа золотые руки тоже, откуда надо, как говорят, растут. Поэтому сейчас я вам его покажу. Значит, вот так выглядит канал этих ребят. Называется Поддубные, семья Поддубных. Поддубные, да, семья Поддубных на русском языке. Ролики у них на русском языке. Какие темы они затрагивают у себя на канале? Сейчас. Рыбалка. Натуральные средства для мытья волос и для ухода за лицом. Как сушить мясо и овощи в походы. Ребята ходят в походы, поэтому эта тема для них актуальна. Думаю, для многих тоже будет. Вкусные и полезные рецепты. Садоводство, тоже обрезка деревьев и так далее. Арбористика, удаление обрезка деревьев. Виталик занимается арбористикой, это удаление деревьев из труднодоступных мест. Поэтому тоже интересна такая тема посмотреть. Туризм и активный отдых. Горные лыжи, да, водные походы, туризм и активный отдых, полеты на параплане. Тоже ребята увлекаются этим. Поэтому канал очень интересный, развивающийся довольно-таки хорошо и семейный. То есть они делятся разными своими жизненными ситуациями, рецептами и так далее. Думаю, что со временем у них будет появляться очень много всего интересного. Поэтому, кому интересна такая тематика, семейные каналы, рецепты, да, рыбалка, походы, подписывайтесь. Думаю, останетесь довольными. Ребята довольно-таки интересны сами по себе, приятные в общении. В общем, вот такой интересный канал. Поэтому, кому интересно, заходите. Ссылочку на этот канал я дам, оставлю в описании видео. Все, всем пока, до следующего обзора других каналов.